Так, у нас сегодня 7 июля, продолжаем делать персональные видео распаковочки. Так, это у нас распаковка для Кирилла. В Москву поедет окрестинка ПАЛ. Проверять будем, скрывать будем окрестинка ПАЛ. Вот они у нас стоят здесь. Вот окрестинка ПАЛ, тканевое кресло. Сидение без ограничений, 130 килограмм, нагрузка на кресло рабочая. Вот Acracing Max, тоже гигантская рабочая нагрузка. Это профессиональное кресло, технология профессиональная, сборка профессиональная. Ну, я имею в виду, что уже все огрехи в конструкции, они уже пройдены. То есть это на первый этап, там 4 года назад, да, может какие-то были. То есть максимально все увеличено, максимально все усилено, максимально все обновлено. Сиденье без ограничений, никаких подводных камней внутри сиденья, которые будут вам впиваться в вашу пятую точку, нет. Вот специально поставил рядышком Номанда, да, так как на официальном сайте, что все знаете, там пишется 150 килограмм. Хотя, помните, я сказал 130 килограмм рабочей нагрузки у окрестинга. То есть 150 килограмм. К сожалению, это там DxRacer, и то не все уже модели. Это Нобели, это которые вылазят уже за 50 тысяч. Где-то что-то там на рынке еще есть. Какие-то производители, бренды, которые уползли с нашего рынка сейчас на данный момент. Поэтому вот я его специально поставил, чтобы видно, да, визуально, что рабочая поверхность, площадь, полезная площадь кресла, ну, оно меньше. В том же самом Номаде, поэтому... Даже пользователь с объемом тела 120 килограмм, он будет уже в этом кресле ощущаться, даже с стороны видно будет, что оно ему маленькое. А еще самое главное, вот подводные камни всех вот этих китайского минимализма, хитрости, там, изощрений вот этих вот, как бы где бы что-нибудь ущемить. Это, конечно же, внутри металлическая рама, то есть вот здесь идет дуга. А человек с объемом 120 килограмм займет все это пространство, и понимаете, да, что в ляжке ему будет упиваться вот этот кусок металла, а с течением там полугода, наверное, даже да, полугода вы увидите здесь первые расхождения ткани. Потому что металл, сопротивление, трение будет здесь усиленное. Дырка будет. Поэтому, когда у нас идет... Кстати, у пользователя вес 140 килограмм, то есть, ну, серьезная нагрузка для окрестинга, уже все пользователя предупредили, это будет крепко, хотя у пользователя был опыт использования аэрокула, типа вот такого кресла, который реально фанера, пластик, все пластиковое, еще плюс топ-ган, как он говорит, его хватило на полтора года, то есть, да. Тут совершенно другой, это совершенно другой продукт, честно. Много видео показано, да, какая-то металлическая рама, основа, только то, что мы видим внутри, это все тоже уже сделано более профессионально. То есть еще раз напоминаю, что эти кресла, этот производитель на рынке, на нашем рынке уже более 5 лет. А вообще, это американский бренд, и я думаю, он ну, лет 8, а может даже и 10, как и DxRacer. Вот. Сначала зашел DxRacer на наш рынок, а потом через годик уже и окрестник мы подтащили, потому что единственные кресла были, которые ну, не позволяли себе какую-то ересь гнать вместо металла, пластик ложить или фанерки. Вот так вот такое будет начало видео. Значит, напоминаю, у пользователя 140 килограмм, да, сиденье будет без всяких подводных камней, рабочая нагрузка полезная, максимально все прям сиденье, никаких ограничений. Ну и широкая спинка. Внутри находятся жгуты, изменяемая эргономика. Две подушки в комплекте, угол наклона 180 градусов, горизонтально кладет спинка. Ну, соответственно, нагрузка 140 килограмм, рабочая нагрузка спинки, ну, до 100, там, 10 градусов. Вот она, от 90-110. Ну, мы как рекомендуем. Все, мультиблок, пятилучья. Ну, это все хорошо, не раз уже брали. С такой нагрузкой пользователей 140 килограмм, тут отзывы одни только желательные, хорошие. А если даже что-то там сломается, та же самая пятилучья, потому что иногда бывает, да, что мы динамическая нагрузка, она от статической соответственно отличается, там в каком-то плохом настроении плюхаемся в кресло, и пфф, вот эта динамическая нагрузка, конечно,
может повлиять на эту пятилучье, вот на это, с нагрузкой, ну, когда 140 килограмм. То есть вот эти все моменты, вроде как, надеюсь, понятно рассказал. И если вдруг что-то случится, мы это заменим. Напоминаю, с окрестником мы работаем давно. База наработанных запчастей у нас есть, поэтому гарантия от магазина. К сожалению, сейчас официально все уползло с России. Никаких гарантий, никаких сервисного обслуживания, никакой вообще обратной связи. Ничего у нас не работает. Поэтому надеемся только на наш опыт, на наш запас запчастей. Мы их не продаем, а только вот для своих покупателей держим на случай экстренной какой-то необходимости. Так, как мы видим, кресло, то есть коробка, она объемная. Сразу скажу, не в любой багажник автомобиля легкового она залезет. Лучше, если с помощью такси забирать, то минивэнчик вызывать. То есть не минивэнчик, а этот лансер вроде как. Ну, такая автомобильная машина с грузовым кузовом. Ну, или какой-нибудь универсал, где можно сиденье раскидать и запихать ее туда, эту коробочку. Так, пятилучья. Вот она. Граль алюминиевая, литое. Ну, честно скажу сказать, с такими пятилучьями были у нас там пару раз. Ну, даже не у нас, а вообще во время всей этой эксплуатации кресла переломы. Ну, опять же, я говорю, это в динамике, когда большая нагрузка. Один раз просто на нее кто-то там гирю уронил на луч. Конечно, от гири там 15-килограммовая она лопнула. Поэтому, ну, запчасти, еще раз вспоминаю, у нас есть. Зацепилась. Так, ну, держится на одной сопельке, поэтому делаем так. И отнесем его, ну, что посмотреть сразу обивочку. Все шьется, вся обивка шьется вручную. Все кресла шьются вручную. Ну вот, кроме, например, Noble Chairs, поэтому это премиальный сегмент. Там автоматика все практически делает. Поэтому какие-то вот такие вот волны, прострочки. Ну, как показывает практика, вот так делаете, оп, и они расправляются. Ткань 100% полиэстер. Полиэстер. Вот она, крупнозернистая, видите, да? Стойкая к стиранию, намного лучше, чем какая-то натуральная ткань, это 100%. Ну, микрофлора там не живет, если, конечно, сильно его не загадить. Ну, уход за тканью, это приобретается автохимия. Вот такие баллончики, вот я его показываю, ну, просто автохимия для тканевых салонов, неважно, велюры, малюры, главное аэрозоль. Раз в год, два раза в год обливаем рабочую поверхность. С помощью пылесоса это все собираем. Также этим средством протираем хотя бы раз в 3 месяца подлокотник. Тоже как бы, ну, это бесценная информация. Никто вам ее, кроме нашего магазина, не скажет. Еще, значит, когда большие нагрузки, если мы встаем с кресла и пользуемся руками, то есть облокачиваемся на подлокотник с помощью рук и помогаем себе встать, то всегда обращаю внимание на то, что не так располагаем ладонь, не так располагаем ладонь, а именно по центру, где идет стоечка. Вот так располагаем ладонь, вовнутрь располагаем ладонь, то есть на стойку. Так ни в коем случае нельзя делать, соответственно, так ни в коем случае не надо, нельзя делать, только по центру. Так, возвращаемся. Тот легся. Подушка. Подушка для головы. Это сюда. Валик под спину. Имеется. Мы скрываем коробку с мультиблоком. Лучше все осмотреть в магазине, чем какой-то сюрприз вы поймаете при сборке кресла себя дома, да еще и в Москве. Далеко от нашего магазина. Так, все на месте. Перчаточки есть. Колеса есть. Мультиблок, гайка для регулировки режима качания. Я ее затяну в самое максимальное положение. Ключики, болтики, крепления, накладочки. Ну, в принципе, все основное мы посмотрели. Сейчас я все достану
еще сиденье, конечно, смотрю его, протяну болтики, чтобы при сборке вам этого не делать. После сборки она будет 100% готова уже к бою, к эксплуатации и тестам, 100% нагрузкам. Так, и ждем от вас оплату, а отгрузка будет завтра, я думаю. Да, завтра мы уже все отгрузим.